На волгоградском предприятии по шоковой заморозке овощей кипит работа. С конвейера сходят 2 тонны замороженных овощей в час, которые уже сегодня поступят на прилавки местных магазинов. Чтобы волгоградцы не оставались зимой без витаминов, а завод мог работать на полную мощность, в помещениях предприятия были установлены современные инженерные системы. Инженерные системы – это сердце любого промышленного предприятия. Для нормального функционирования фабрики, завода требуется большое количество различных систем, обеспечивающих бесперебойную работу технологических линий и сотрудников предприятия. Создание современных инженерных систем требует грамотного комплексного подхода, позволяющего не просто обеспечить комфортные условия на объекте, но и свести к минимуму эксплуатационные расходы. Современные инженерные системы требуют комплексного подхода, что позволяет свести к минимуму эксплуатационные расходы. Комплексное проектирование строительства сокращает процедуру с согласованием в надзорных организациях и экономит энергоресурсы. Компания «Климат Волга», которая уже успела зарекомендовать себя не только в Волгограде, но и в других крупных городах России, включая Краснодар, Сочи, Москву и Челябинск, занимается установкой полного комплекса высокотехнологичных инженерных систем. Данные системы выполняют целый спектр важных задач – вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение, теплоснабжение, воздушное и радиаторное отопление, водоснабжение, водоотведение, воздухоснабжение, пароотведение и дымоудаление. В комплекс вентиляции входит большая приточно-вытяжная система на 10 тысяч кубометров в час, 6 приточных систем различной мощности, 19 вытяжных систем, в том числе одна из них пароотводящая, система воздухоснабжения компрессорной установки с полезной утилизацией тепла от компрессора и система вентиляции подпольного помещения морозильной камеры. Система кондиционирования включает 10 канальных систем промышленного кондиционирования высокой холодопроизводительности, 25 полупромышленных и бытовых систем кондиционирования, в том числе в серверной и машинном зале холодильного оборудования. Также установлены системы радиаторного отопления для промышленного здания и здания БК. Воздушное отопление промышленных помещений с помощью тепловентиляторов «Фалкана» и система водораспределения, включающая узел горячего и холодного водоснабжения, а также узел водоподготовки с насосной станцией. Что интересно, современные инженерные системы являются практически полностью автоматизированными, что позволяет снизить роль человеческого фактора в управлении ими. Специалисты компании «Климат Волга» осуществляют монтаж, подключение и пусконаладочные работы всех систем автоматики и автоматизации под ключ, а также дальнейшее сопровождение и ремонт. Нам удалось осуществить все работы на площади в 2000 квадратных метров в течение 4 месяцев, включая поставку, монтаж и пусконаладочные работы. Бесспорно, внедрение современных инженерных систем не только упрощает производственный процесс, способствуя развитию промышленности региона, но и ускоряет освоение выпуска новых видов импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции. Система вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации, электроснабжения – все установлено, смонтировано очень высокого качества, такое, которое должно быть на настоящем европейском заводе. Мы очень довольны нашими подрядчиками. Все сделано в срок, все сделано хорошо, все работает. Это самое главное.